В общем, хотим вам показать супер крутую находочку нашу. Этот старинный сундук, очень огромный, который мы здесь нашли. Вот на таком уровне он был закопан, где-то приблизительно 1,5 метра над землей. Вот так вот он выглядит. Под землей. А, вернее, ну да, под землей уже. Смотри, честно говоря, ноги подкашиваются, язык заплетается, честно сказать, знаете. Довольный, но счастливый, я бы так сказал. Вот, в общем, сейчас прозвоним, потому что был очень мощнейший сигнал. Золотой. О, вот он, вот он, кстати, и есть. Так, мы специально уже сейчас подключили, чтобы вам показать. Ну, он, в принципе, и был, как бы он был с самого начала, который мы цапанули. Сейчас начинаем работать. Начинаем работать, уже его потихонечку разгребать. Будем его доставать и вскрывать. Будем вскрывать, посмотрим, что здесь у нас. Ну, выглядит очень, как, знаете, такой реально старинный, очень старый. Не вижу ничего. Ничего нет? Ну, сигнал шел, подожди сейчас. Что мелкое. По центру. Что мелкотня какая-то. Угу. Что видишь? Мелкое, что даже не увидел. Угу. Вот. Погоди, так это же золото. Золото, да. Ребята, тихо, это золото. Ребята, золото, золотая монета. Ребята, самое главное не орать, ребята, не спугнуть. Погоди, покажи. Золотая монета. Ну, тоже, мне тоже покажи перед камерой. Не только не быстро, не Лида. Быстро, да. Погоди, на, погоди. Убери в карман. Сейчас. Я сейчас буду. Так, погоди. Сейчас, гаджет. Так, подожди, ну положи, ну еще положи, сейчас я карман заберу. Сейчас. На. Так. Не потери. Давай, давай. Так. Ребята, отличненько. Уже у нас пошла жара. Ну что, придется, как будем его, как будем его взрывать? Как говорится, ну не говори такие слова. Ну слово это бульбашки, причем ну, слова. Я же тебе еще раз говорю. Тут ничего не надо говорить, надо работать. Так, ребята, смотрите, сейчас хорошенечко посрываем эти доски, которые были его, знаете. Мы не понимаем, это днище, наверное, его. Получили его, ну, вверх ногами? Что днище? А да. Как, это вверх? Ну он сбит, это же, это что-то еще какой-то, похоже, был схрон или сундук. Отлично просто. Круто. Тут вял вообще полностью, видишь? Нет? Вообще круть. Трухня. Вообще класс. А, есть. Так, есть, да? Ребята, вот он, смотрите, вот эти доски трухлявые. Это мы копали сегодня. Слушай, блин, целый день. Так, есть. Так, ну что? Все, надо копать. Будем работать дальше. Да, сейчас, смотрите, сейчас берем приборчик. Хорошенечко проходимся здесь по нему. И дальше занимаемся. Давайте. Так. Сейчас давай передыхишек небольшой, не приключаемся. Приключение только начинается. Да, жажда приключений. Не только так, ребятушки, давайте я вам сейчас покажу сверху это все. Круто вообще. Это немеренную, нереальную круть. Вот это просто крутейшая наша находочка, которую мы искали 3 года. Просто, конечно, знаете, я вам сейчас скажу, это мы очень счастливые, уставшие, как говорится, но счастливые, да? Да, это точно. И сигнал действительно идет очень золотой, очень крутой. Сейчас мы возьмем, значит, прибор наш кормилец, вот он, вы его видите перед собой сейчас, нашу лаки-лопату, удачливую, мега. И хорошенечко пройдемся здесь, вообще здесь по этому сундучку, вокруг здесь обязательно поработаем, на этой территории. Вот, и все вам обязательно покажем. Сейчас самое главное, не переключайтесь, будет реально очень интересно. Есть. Что? Монеты. Еще? Пошли дальше. Это клад, ребят. Посмотри. Ну все, ребят, это реальный клад. Это уже не одна, знаешь, монета там какая-то залетела. Это клад золота. Вот они шикарные. Как выглядят. Это клад золота. Сейчас аккуратно расчищаем. Офигеть. А там видно всех остальных? Вот это, знаешь. Да, сейчас я посмотрю, покажу. Смотри, это
это реально золото, крутое при этом золото. Да, сейчас немножко тут настраиваю. Да, все видно отлично, все круто. Видно, да? Да. Очень крутое, ребята, очень крутое золото. Угу. Очень крутая концепция. Да, золото просто восхитительное. Вот, ну, вот оно, золотишко. Да, сейчас аккуратно смотрим дальше. Вот оно так выглядит. Вот еще раз так наш крутейший. Глянь, посмотри, там крутейший блат. Еще идут под низом. Круто, так он полный получается. Наверное, да. Ребята, он полный золота просто. Посмотри, капец, просто тут монет. Фух. Вот это фартануло, ребят. Вот, и вот это фартануло, да? Так фартануло. Да. Так это что у вас тут такое? Реальный фарт. Да. Реально золото фартануло. Много, капец, лянь. Фу, тут может быть, блин, на килограмм 300. В таком ящике тонна, наверное, может быть. Ящик огромный, посмотри. 1,20 м на полметра. Ребята, пишите в комментах, как вы считаете, сколько здесь золота. Какое количество? Ну, штук, килограмм там. Огромное количество золота. Ну, вот представь, ребята, куда он уходит? Какая глубина здесь еще дальше? У ящика? Ну, да. Рот открыл, мошку залетела, ребят. Пообедал сразу. Пообедал, поужинался сразу. Я вам скажу так, глубина, я не знаю, может метр, может полтора метра. Огромный ящик, наполненный золотом и сокровищами. Ну, что я могу сказать? Это супер. Это, ну, я даже, у меня нет слов. Куда мне теперь идти? Что, начну считать? Это очень круто. Так, ну что, ребятушки, надо работать дальше. Значит, я предлагаю достать, посчитать. Давай посчитаем все, потихонечку будем доставать и, знаешь, там углубляться. Они слоями идут или как? Ну, вот смотри, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Сейчас беру, так смотри, штопочку, 10. По 10 будешь складывать? Давай, 10, да. Вот складывай сразу, пожалуйста. Так я на лопату будешь складывать. А, смотри. Давай на лопату, конечно. Вот так беру, вот так сюда, да, давай? Давай. Было видно, правильно? Нет, ты ближе, вот же тут же камеры стоят наши основные. Вот сюда, вот на вот этот краешек, краешек. Пожалуйста, если можно. Подожди, куда на краешек? А вот сюда вот, получается, вот, вот сюда. Да, да, вот да, так? Вот, вот так, да. Вот так или как? Да, отличненько так. Сейчас, вот, куда команды? Там можно и так, в принципе. Стопки не получается, что мы... Короче, 10. Сейчас, ребята, просто поправлю камеру. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Еще 10 монет. Круто вообще. Еще кучка 10 монет. Круто реально. Так, сколько получается? Уже 20. 20, так. 20. 20. Фу, блин, честно говоря, я не знаю. Раз, нужно считать до утра. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 30. Фух, да, 30 монет. Круть вообще. Уже 30. Реально. Уже 30. 30. Сюда вот так складываем 30. Идем дальше. Раз, два, три, четыре. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 40 уже. 40 монет. 40. Так, 40. Смотрите, 40 монет уже. 40. Сюда вот так. 40. Идем дальше. Раз, два, три, четыре. Звенят так 5, приятно. Как я люблю звон золотых монет, ребята. 7, 8, это то, что меня 9, будет по утрам лучше будильника. 50. Сейчас. Ребят, надо передохнуть, тяжело. Полтинник, полтос. Слушай, может будем по полтосу выгребать и на лопату складывать? Ну, покажи на руке, пожалуйста, тоже. Сейчас, 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 сейчас. Вот еще 50. Поближе, можно? Видно? Подожди-ка. Да, сейчас я приближу, подожди. Еще 50, вот, получается, взяли. Появился, отличненько. Так, значит, смотри, давай как, получается, вот этот столбик, это 50, вот эта кучка, да? Смотри, давай сейчас покажу лопате. Вот, получается, здесь... Можешь лопату поднять, да, пожалуйста? Смотри, это здесь, получается, у нас уже 50 монет. Сейчас давай небольшой передых. А можешь лопаточку так поставить, мы с ней над этим, над нашим сундучком? Так. Подержать или как? Подержать, снять просто, знаешь, для нашей, для истории, как говорится. Так? Чуть-чуть лопату вперед еще, 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 еще. Вот так, вот так. И повернуть чуть-чуть, да. Повернуть. 50 золотых монет. Это сейчас только сверху достали, сейчас будем дальше разгребать. А, и сюда вот тебе, на этот краешек, поближе к этим камерам, пожалуйста. Вот так, смотри, видно? Да, отлично.
Вот это шикарно получается. 50 это комары. 50 золотых монет, смотрите. И еще ближе, ну, еще ближе, еще сюда, сюда, сюда. Нам лопату, лопата вперед, 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 еще ближе сюда, сюда, еще ближе сюда. О, шикарно. Шикарно. Еще получится 50 золотых монет. Круть. Так, это 50 получается, да? Да, сейчас будем дальше копать. Ну, еще была одна, получается, 51, это то, что мы уже достали. Так, то есть у нас сейчас уже, да. И как сейчас по весу? Сколько это, вот 50, это сколько это сейчас? Чуть-чуть? Ну, не знаю, килограмма 3,5-4, наверное. На руке, да? Ну, так тяжело, до 5 килограмм, да. Позвини для нас чуть-чуть. Таким. Ну, как, знаешь, там чуть-чуть достанет, это вообще. Сейчас. Ага, пожалуйста. Как я люблю этот звон. Как он дорог. Да, это золотые монеты, ребят. Вот такие крутые золотые монеты. Сейчас 51 штука уже достали. Сейчас будем продолжать поиски в этом великолепном месте. Как вы видите, настоящая сенсация. На огромной глубине ящик, наполненный сокровищами и золотом. Наша команда поисковиков и золота Твиклинга обнаружена. Что хочу вам сказать? Ставьте, пожалуйста, нам лайки, ребята. Нам они нам очень важны, да? Да, подписывайтесь на канал. Делайте репост этого видео. Мы делаем все для того, чтобы сохранить сокровища, эти неимоверные, крутейшие артефакты. Да, ребята, и, пожалуйста, ставьте колокольчик. Нажимайте. Нажимайте. Все время, знаете, уже язык заплетается. Нажимайте на колокольчик, потому что мы снимаем сейчас сериал «Короли кладов». Мы уверены, вам будет это интересно. И вы увидите самые первые, быстрее, чем на всех каналах появятся. Мы уже подписали 3 контракта с ведущими телеканалами по трансляции нашего суперкрутого сериала «Короли кладов», в котором вы увидите все наши приключения, очень интересные мистические поиски кладов, сокровищ, золота, серебра, бриллиантов. И вы знаете, для нас очень важны ваши комментарии, потому что самое большое богатство для нас это вы, наши любимые, дорогие зрители, вы, которые нас смотрят, которые нас поддерживают, которые нас вдохновляют. И поэтому, пожалуйста, пишите комментарии, нам, ну, желательно позитивные, нам очень приятно, потому что мы всех вас любим. И очень ждем вас на нашем канале. Поэтому, ребятушки, сейчас мы немножко передохнем. И в следующем видео покажем вам весь этот сундук, сколько монет мы нашли. Вот вы видите, уже их 50. 51. 51 монета. И расскажем вам полностью, докопаем его, да. Выроем просто его для вас. Это викинг. Золото! 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 Бриллианты! Кто короли кладов? Мы короли кладов! Викинг! Не переключаемся, приключения только начинаются. Реальная жажда приключений неутолима. Погнали, давайте.